Компания «Электромотор» представляет циркуляционный насос с мокрым ротором «Грунтвос» УПС-32-120F, который предназначен для циркуляции воды в системах отопления. Технические характеристики. Максимальный гидростатический напор 120 дециметров. Соединение труб DN32. Количество скоростей 3. Максимально рабочее давление 10 бар. Диапазон температуры жидкости от минус 10 до плюс 120 градусов Цельсия. Есть защита электродвигателя. Максимальная подводимая мощность 380 Вт. Монтажная длина 220 мм. Вес 17,5 кг. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 530-38.